Ребята, всем привет! Я продолжаю очередную часть игры Call of Duty Modern Warfare 2. Что ж, у нас, ребята, сегодня новое задание. Ну что ж, начинаем. Смотрите, ребята, подписывайтесь на мой канал, ставьте комменты, лайки, пишите свои пожелания. Ну что ж, ребята, начинаем. Это у нас очередное задание. Стасовские какой-то, ребята. Так, Москва, Россия. Так, русские этого просто так не оставят, прольется много крови. Да. Да, и у нас мало времени, чтобы взять ситуацию под контроль. Это генерал Шепард. Нашего задания. Помните, Акаров первым нанес удар. Перебили. Он уничтожил тысячи людей на своем пути. Только мы знаем, что это был Макаров. Но теперь нам никто не поверит. Нужны доказательства. Пойдем по следу. Так, теперь в этом мы в Бразилии перебираемся. Вот. Ну, вот всего хрена нам найти. Алехандро Рохас. Какой-то Александр. Не знаю такого, сэр. Он же Алекс Красный. Он стоит за этой атакой. Алекс Красный. Одна пуля становится причиной ярости целого государства. Так, да. А это значит... Это наш ключ к Макарову. Мы вроде куда-то приехали, ребята. А вот и он. И похоже, эти ребята совсем не рады его видеть. Коуст, у нас проблемы. Ложись! Ох ты, блядь, мы его водилу купнули, сука. Уходит Коуст, за ним быстро! Так, ребята. Коуст, наш водитель убит. Идем пешком. Я понял, блядь. Иди на гостиницу Рио и постарайся задержать объект. Ага. Понял, выполняю. Ты застрял, блядь, блядь. Где ты хуй, сука? Он в своем переулке! Не убивай! Он ранен, он уже живет! Так, где он, блядь? Вот, хрен, блядь. Гроун, стреляй! Держи ему ногу! Готов! Готов, пацаны! Так, ребята. Ага, поймали мы этого хрена, ребята. Поехали. Ну поехали, бля. Помните, в трущобах полно гражданских. Ага. Поэтому смотрите, куда стреляете. Все, понятно. Товарищ командир. Дин, убери отсюда этих штатских. Вас понял. Так. Граната, блядь, сука. Сука, блядь. Так, ребята, блядь, меня снова, блядь, в укрытии, блядь. Так, ребята. Не могу стрелять! Не вижу цели! Где они, блядь? Так, ребята, все, блядь, отсекаем, ладно? Так, ребята. Так, ребята, кто там такой? Так. Так, где там движение, кто кого? Где там все? Сука. Рой, что там у вас? Прием. Полно ополченцев, но никаких следов Рохаса. Сука. Вас понял. Продолжайте искать. Ага, все понятно. Гражданские.
сука. Так, ребята. Ну зады конца, блядь. Так, у нас еще есть эти, блядь. Заебали. Ага. Ты нас хуярит, блядь. Суки. Суки, где вы там еще? Бразилия, сука, кишит этими пидорасами. Дальше будет. Роуч, мы нашли Рохаса. Он идет на запад по крышам. Мы не дадим ему повернуть обратно. Иди вперед и постарайся перерезать ему дорогу. Ага. Хорошо. Подкрепление ждать некогда. Пойдешь один. Понятно. Удачи. Отбой. Так, ребята. Собаки какие-то, блядь. Ребята. Так, ребята. Как у нас он стреляет? Так. Так, ребята. Где вы там, суки? Ау, бляди. Роуч, они тут у себя дома. Берегись засад и ударов из-за угла. Ага, понял.
Так, ребята. Он вошел в здание! Коуз, ты его видишь? Так точно, лезет на крышу. В руках черный мешок. Но с мешком он далеко не убежит. Роуч, мы следим за ним. Иди на перехват, быстрее! Ага, быстрее. Пуск, пуск. Суки. Вперед! Рохас по-прежнему движется в твою сторону! Роуч! Не давай обалденцам задержать тебя! Кидай шумовые! Я его потерял! Голд, ответь! Вижу его! Пытается уйти переулками! Вас понял! Так, следы ребята, бля, заебали! Суки, где вы там понабирали? Ты, блядь, на кого-то нарвался. Я в 500 метрах от рынка. Вижу Рогаса. Бежит по крышам справа от меня. Вас понял. Роуч, мы гоним его в свою сторону. Смотри в оба. Рохас все еще идет по крышам. Ага. По крышам. Роуч, поднимайся наверх! Я перекрою все пути, кроме западного! Он будет вынужден пойти в твою сторону по крышам! Роуч, он хорошо знает район, но у нас есть шанс его задержать! Не останавливайся! Вперед! Хорошо, понял! Роуч, вижу Рохаса! Бежит в твою сторону! Не вздумай стрелять! Он нужен нам невредимым! Ага. Роуч, выгоним его на вершину! Иди туда! Быстрее! Быстрее! Базуки, ты тут. Так, ребята. Где вы там? Так, ребята. Где вы там еще, пацаны?
Покажи еще бы. У нас, повторяю, груз у нас. Так, ребята. На этом у нас будет не закончить, это новая часть начинается. Посмотрите, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и не зря следующую часть. Всем до свидания.